Едва успели стихнуть страсти в октане, как журналисты вновь продемонстрировали, что они народ по-настоящему спортивный. В Самарском боулинг-центре прошел первый губернский чемпионат по боулингу среди представителей средств массовой информации. 17 команд бились за единственную путевку на всероссийский турнир, который состоится в Москве весной будущего года. Среди соискателей были и телезвезды ГТРК «Самара». В результате упорнейшей борьбы они заняли 8-е место. А в финале не было равных представителям областной спортивной газеты «Самара Спорт Экспресс», которые заняли первые 2 места. Третьим призером стали журналисты «Радио Мегаполис». И мне, безусловно, приятно, что соревнование спортивных всех журналистов на этом спортивном форуме выиграла именно наша газета. Единственная в области спортивная газета «Самара Спорт Экспресс». И я думаю, что та путевка, которую мы завоевали на этом турнире, поможет нам представить наш город в будущем году в Москве очень хорошо. Можно ли сегодня говорить о том, что подобные турниры журналистов станут традиционными? Безусловно, да. Такие мы турниры однозначно будем проводить 2 раза в год по схеме осень-весна. И победители будут ездить и представлять наш город на соревнования, на всероссийские соревнования. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы быть действительно профессионалом вот в этом виде спорта? Просто чаще играть.